Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга. Его бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко, он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS, 6 раздел, листаем, 27 бизнес. Вот, спортзал Качок-Петушок. Здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них — это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный, приходите и тренируйтесь. Если бы я умел еще стрелять. Ну, хз. Я больше шотган люблю. У меня Lexus открытый был? Нет, я вот там открыл. Как ты его открыл? Руками. Да ты не мог никак его открыть. Разве можно машину взломать? 11-й, 14-й уровень его, не. С 20-го только. Нет, так. Так, погнали. Там можно положить. Может, ты уберешь? Ща, я куплю скины и выйду. А, это ребят, опять ОПГшников убегали. Угу. Так, все, я скин купил. О, дай наличку купить. На, все равно. Так. Сейчас у него спросим, деньги с собой или нет. У тебя деньги... С собой. Это деньги с собой. Согласен. Ну что, продаем бизнес, пацаны. Погоди, ты книгу не снял. Да, там 120 тысяч, похер. Ну, да. Так, sell my bullshit. Скажи то, что это баг. Это баг там. 345. На самом деле нормальная финка. Мне то пофиг, я могу ее не продавать. Вот так. Сейчас посчитаю нули. 6, да. Она не может быть меньше половины хостинга бизнеса или больше 20. Бля. Блин. Дороже 5 миллионов продать нельзя. Давай за 25, пофиг. За 25, думаешь? Больше мы не можем продать. Это максимум цена. Ну да. 25 миллионов, блин. Конечно, я в плюс иду на 20 лямов просто. Нормально. Давай за 25. Ну ладно, давайте за 25 продадим. Дороже мы не... Просто, блин, сейчас там комиссия такая большая, поэтому, в принципе, можно не продавать его. Сейчас я посчитаю нули. А то я еще сейчас не продам неправильно. Так, 345. 25 миллионов. Скрин. Продать. 25 миллионов. Все, я продал. 25 миллионов. Заебись. Просто продал бизнес за 25 лямов. И тебе спасибо. Эх, все, продал бизнес. Теперь у меня 25 миллионов, блядь. Давно у меня такой суммы, кстати, не было. Ага, хрен тебе, не казино, блядь. Садись в машину, поехали. Я на 5-й поеду. Какой М5-й? Пробег уже, не понял. Мы же недавно сегодня купили. Ну хрен знает, может, как-то накрутился. Все, продал. Конечно, я навалился на 20 лямов. Да, круто. Ну блин, я так хотел себе этот бизнес оставить, но я понял, что здесь комиссия очень большая. Как бы, вот вы покупаете скин, допустим, у меня, вот я купил скин его только что за 620 тысяч, а мне всего лишь за него дало 20%, это не выгодно на самом деле, поэтому я думаю, нормально то, что я его продал за 25 миллионов, поэтому думаю, заебись. Ничего, теперь едем покупать ламбу. Да. Но только надо сначала Lexus просто продать, да, кому-то, поэтому ничего, поехали на 8 бит, короче. На туре, блин, я купил его за 5, словил, продал за 20. Ну, 5. Я в плюсе на 20 лямов. В смысле шоколадь?
У нас такая же цена, как... Нет, нихера, 1500 стоит, по-моему, или 15 тысяч стоит вип-реклама. Ну, если... Я тебе на туре говорю, дороже. Я сейчас сниму вип-рекламу. Lamborghini FF, где он? Может, это Ferrari FF, а не, блядь. Ай, такой бред. Серьезно, пацан, там понял? Ты покупаешь скин, я вот купил скин за 620 тысяч. Мне всего лишь дало в бизнес 100 с чем-то тысяч, короче. Полный пиздец. Поэтому, блин, его невыгодно держать, серьезно. Дата выйдет на модпак, может там финка будет нормальная, но его невыгодно. Покупаешь скин за 600 тысяч, тебе дают только 100 тысяч с него. Ну это бред, серьезно, это бред. Если бы как раньше 80% давал со скина, а сейчас 20% со скина, это невыгодно. Я реально это понял. А я думал, у меня чуваки покупали скины дорогие, а типа что-то денег мало. А из-за того, что процент большой, сука, снимается. Вот в чем прикол. Поэтому, короче, едем на 8 бит. Ламбу будем брать. Вообще, я бы X5 взял, на самом деле бы. Но я больше ламбу хочу. Ламба это прям топчик. Что сейчас с чуваком поменяюсь? Так, 11. Так. Ну, окей. Тихо, странный чувак какой-то. Итак, чуваки, сейчас я буду покупать себе ламбу, вот такую вот. Чего лишь, типа, тут чип есть, но, как по мне, тут чипа вообще нету. Поэтому, не знаю, ну, за номера, в принципе, потому что ламп на блате вообще нету. Как бы, а тут хотя бы такая ламба, я думаю, нормально. Если что, на нее чип сам поставлю уже, в принципе. Он делает, ёпта налево. У меня в розыске ничего нету. Вот такая вот ламба, пацаны. Пробег. Давайте карпасы посмотрим. Пока. Надо её карпас глянуть. Карпас. Как у меня 15 иди? 92 у него. А, ну заебись тогда. Тогда на новой сборке по-любому у него госка. Наверное, всё-таки 10 лямов. Ну чё, ждём, пока он предложит нам, в принципе. Так, чё он там смотрит? Пусть за 11 предлагает, я её забираю и всё. 11 миллионов. Lamborghini, да? Так, скриншотик сделаем. Всё, так. Спасибо. Давайте хайс 36. Всё, так, делаем тайм. И прощаемся с ним, короче. Удачи. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.